Они ростовые. Женя, здравствуй. У тебя новый карабин. Давно его купил? Добрый день. Купил его месяца 3-4 назад. Но сегодня первый раз я только из него стреляю. Где ты его взял? Купил я его в Москве, в комиссионном магазине. Ездили с ребятами на машине, заехали, посмотрели, выбирали долго, сел в одном магазине в темпе. Потом нам посоветовали заехать в комиссионку. Купили в комиссионном магазине его. Так, он какого года гражданки? 12-й год. Ну, сейчас посмотрим, как постреляет. Ну, что, попробовать? Давай, пробуй. У тебя сколько там раз? Ниже квадрата на 2 сантиметра. Которого квадрата? Верхнего, нижнего? Нижнего. А? Нижнего. Ниже квадрата на 2 сантиметра, да? Да, да. Четко на 6 часов. Так, ну что, попробовать еще раз? Так, давай чуть. Даже по нижней, да, также? Да, готов? Ага. Так, я по нижней. Как я вижу, да. То же самое, на 2 сантиметра ниже. Рядом с моей, чуть-чуть правее на 2 сантиметра дырочкой. Так, видишь, у меня хват другой, у меня уже попадания другие. Надо, если я целюсь по срез квадрата, попадала в центр квадрата, да, по идее? Да. Так? Ну тут сейчас вверх квадрата должно быть. Так, нам надо мушку опустить. Давай сделаем на 180 градусов. Единичку ставить, да? А, вот, сейчас увидел. Выше немножко и левее. Так, ну на... А? На сотку сравни. Самый центр. Есть. Я знаю, что на сотку сравни. Либо 9, либо 10. Ладно, давай сейчас попробуем с оптикой. Я одна туда, правда. Так что из карабина-то не попасть? А 50 метров. Самый центр. Посмотрим сейчас, что у нас тут можно. Я бы лучше вообще ее вынул и выкрутил, чтобы сразу за одной штукой посмотреть. А, она уже там. Так вынь ее. О, да, мой прицел надо выкручивать. Он у меня сейчас смотрит. По горизонту нормально, кстати. По вертикали. По вертикали, да, по горизонту надо крутить. Да хрена. Да, нет, сейчас попробую, ничего страшного. Попробую под срез квадратика. Верхнего. Да, как тут удобнее снимать с оптики-то. Так, готов? Ну, смотрю. На стороне видно, так что надо уйти смотреть. Обрез нижний. Попал в квадрат, левый край посередине. Ага, ну чуть-чуть. Тут где-то на 8 часов там. Да, на 8 часов в квадрат попал. Ну там, почти краешек. Так, ну в принципе, выводить особо-то надо уже. На 100 метров, наверное, да, дальше? Да, давай сейчас на 100 метров. Я... Увидишь, нет? Давай попробуем, если не увидишь, тогда... Дальний, где 3 квадрата, да, тебе? Да, в средний квадрат. В средний, да? Да. Давай попробуем. Ага. Дослал. Надо что-то делать. Видно, нет? Мне не видно на сутки. Я не заметил. Это тоже не видно. Ну там надо смотреть, не будем пока патроны переводить. Такие глянцев еще, да? Да, сейчас вот. Вот смотрим. Внизу это, вот это пристрелка была. Я попал в первый раз. Заводской установкой мушки, да. Это попал Сергей. Потом вывели мушку на 180 градусов.
А это еще на 180 потом. Да, второй раз. А это уже с оптикой. Ну, с оптикой было. Да, с оптикой последний выстрел. Да. А это первые были. А эти первые два, да. Не увидели на черном фоне. Первый выстрел был самый. Вот он. Сюда. Сдернул скорее. Он холодный был, видимо. А, бог его знает, да. И вот он. Ушло вверх и левее. Да. Сейчас поправим, попробуем. Вот сюда целился, да? Да. То есть 20 сантиметров вверх и 10 влево ушло. Ветер. Да нет, ветер на сотку. Напиши 100 метров. Где сюда? Да. Ага. Сейчас посмотрели, как прилетело с оптикой. И постреляем с открытым прицелом на соточку. Вправо нижний, да? Да. Так, то есть его вправо-то вообще двигать не будем. Чуть выше пролетает. Ну, подсрез ниже квадрата. Да. Просто меняй пулю и стреляй дальше. Даже конфетти. Так, ну-ка сделай так же пальцем. Не видите, да? Подключилось. Угу. Будем на одной. До той 15. Но это Дерри, она сама по себе на такой дистанции. Не, крутить даже не будем, все нормально. Вроде выше ушла, да? Да, на этом же уровне, где объединена была, на 12 часов. Соседи. Сантиметров на 10 выше квадрата. Ага, вот сейчас видно, да, две дырки. Между квадратами, например, попал. Красотка. Самый точный. А, тут еще пуля кремкует, да не надо. А? Квадрат попал. Ага. Жипов в квадрате. Нижний квадрат. Правый, да? На час, да? Да. Сейчас как? Жопон тоже в квадрат, нет? Да. Туда же. Там давление снижается. Тоже. Надо дойти, убедиться, посмотреть. Сейчас что. Посмотрим. Ага. Сейчас стрелять никто не будет. Да. Туда же попал, чёрт. Кучность хорошая. Может, нормально тогда. Так. Давай еще третий тогда. Давай. Сколько там осталось? Еще как раз на две партии по три. Вон тут даже в квадрат упал. Сейчас посмотрим, ребята. Офигеть. Так, ну что, смотрим. Вот это был первый выстрел. Это второй. Первый, второй. Ну, а это три на пасашок. Сергей делал. Так, а четвертый это? Вот они. Это твой четвертый ушел, наверное, вниз или мой? Вот это мой самый первый стрел, когда это, ты, да. Это ты стрел, вот. Это первый. Мы подумали, партия. Что ты попал сюда, да. А ты попал вот сюда. Так, давай вот так вот их. Вот это первая серия была. Но что интересно, я целился-то все вот так, под обрез. Угу. Они ушли сюда. Потом чуть-чуть по-другому взял карабин. Хват. И три выстрела попал. Сколько у нас тут? Вот, марка. Ну, чистая минута. Конечно, случайно это у нас получилось, да? Но тем не менее, Жень, хороший у тебя карабин. Ну что ж, продолжаем стрельбу с нашей барной стойки. Пока результат очень хороший. И решили сравнить эти барнаульские патроны из другого карабина. Я бы все-таки попробовал. Если хочешь, покрути. Тут надо все покрутить немного справа. Под огнем. Смотрите, левее мишени. Лево ушел. Потому что вроде лево. На 7 часов. Даже на 8. У меня влево уводит, надо, скорее всего, мушку будет крутить. Центр сантиметров. Влево, влево. Влево шло на 8 часов от квадрата сантиметров на 6, на 7. И больше. Нет, вправо 10. Количество 20, полностью 1. Там, наверное, сантиметров 4-5. Там разброс больше. Делаем 4 клипа. Один и тот же патрон, разные карабины. Кучность разная абсолютно. При том, что у тебя спуск жестковатый. Да, очень неудобно спуск. Ну, потом еще сравним. Ага. И вот результат из моего карабина. То есть...
где-то 7-8 сантиметров, совсем неплохо для СКС. Тот же патрон, та же партия, и вот результат. Раз и два. Потом попробуем с оптикой, посмотрим. И сейчас еще Женя повторит, также с открытого прицела, тем же патроном для страховки. И сейчас три патрона с открытым прицелом, по той же мишени, тем же патроном. Куда будешь? В нижнюю целиться. Так, оптику возьму, чтобы не шмалять по ней. Так я хода оптику посмотрю. Ты какого суслика это выйдет? Не увижу. Куда я три раза стрелял, попал? Такое ощущение, что вверх ушло. Вверх и вправо. Ну давай сейчас тогда с оптики. Оптику более-менее вывели. А у нас был бинокль-то настроен хорошо. Подойдите. Что, дойдем, глянем? Сейчас разрядим. Давай. Накол есть. Классический армейский накол. На гильзе, да, чуть-чуть? Да. Вот на этой. Ага. Так, ну что, идем? Так, а фломастер-то есть какой-то? Есть, я взял мастер. Так, вот она моя, скорее всего, то, что я сейчас с оптикой стрелял. Ну, да, я стрелял. А ты вот, раз, два. Ага, вот. Я. Да, раз, да, два. Так, и где-то вот здесь. Так, у нас было четыре. Раз. Погоди. Мы ж по три тогда стреляли. Вот, значит, вот это. То есть... Вот, наверное, вот это. Да, разброс большой. Давай пометь. Ага. Странно. Пометили. Так. И вот это помещу. Это, да, это вот, скорее всего, да. С оптикой. Сейчас пониже сделаю. Ага, и то попробуем. Вертикаль нормально. С вологодской ПУшкой ничего не получилось. Не вывели толком. Поставили Nikon Prostav и более-менее подвели. Готов? Готов. Ну, дай мне пару матерочек. Просто, по-моему, вправо от этих выстрелов прошло сантиметров на 5. Могу дернуть. Ага. А, да, есть такое, да. Где-то так вот. Да, есть, Жень. Ага. Ушло вправо. Ну это уже мой косяк дернул. Ага. Так, то ну есть, ладно. Чувствовал. Тогда мы сейчас там наклеим четвертый формат, белый так, лист. Оружие разряжено. Вот это твой выстрел первый вот был. Вот этот, наверное, да? Нет, нет, это? ДВ, да. Вот это, Сергей, твой Сергей, был? Да. Вот это мой. Это Владимир стрелял? Раз. А потом дрогнуло. Вот и справа. Сюда еще стрелял. Ну, это мы специально проверили, как три разных стрелка с одним прицелом стреляют по одной мишени. Это вот предварительно выводили. Да. Подготовили мишеньки для завершающей стрельбы с Никоном. Это же вот СКС. Да. Ну у тебя все равно ты будешь стрелять не меньше 50 метров. Ну, а? Так-то да. 50 метров все видно. Ну ладно, последние. Завершающие. Да, три патрона, на кучу проверяем. Подожди, я смотреть буду. Ты куда собрался? В какую? Так, по третьей буду бить. А, ниже справа, да, получается? Левый столбик, третья сверху. А, левая, ага. Готов? Да. Даже левее ушла же намного, бой. Да? Давай, бой. Не видишь? Нет. Женя, последние три, завершающие три. Два. Я
иногда летят. Вот это я стрелял, значит, да? По-моему, 4 выстрела. Это серия. И вот это, да, Нара? Это твоя, да, вот это, да. 4-й был, да. 4 выстрела. Ну где-то вот здесь вот по центру. Да. С оптикой. Да. Это Вова стрелял. Да. Ну где-то по центру вот здесь, наверное, будет примерно. С открытым ты получше стрелял. Да. И вот это я стрелял. Значит, дырка насквозь. Ну, где-то вот так вот. Че ты кривее стреляешь, чем я? Ну, что делать? Учимся. Хорошая вещь. Не зря я его купил. Отдача небольшая, мне только понравился. Положительные эмоции. Да. Кучность очень хорошая. Меня радует. Ну, смотри, вот. Два разных стрелка, разные выстрелы, разные руки. Вообще отлично. 3 сантиметра. То есть подобрать кронштейн, прицел для него и продолжать стрельбу, как говорится.